И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Ну что, погнали еще по миссиям. Не хочу я пока что идти за Магмозавром. Ну, реально, прям что-то вот нет желания. Реально, вот после вот этих всех событий, после вот этого болевого решения, да, насрать на все, захотелось проходить миссии. Решил. Ну, раз уж... давай заходи в меню. О, зашел только в игру, поэтому все еще прогружается. Решил, раз уж я все проходить у меня не получится. Но я имею в виду альфа. То, значит, пошло все в жопу. Будем проходить так, как проходим. Появился у меня вот такой сейф. В этом сейфе у меня все седла. Именно только седла. В этом сейфе у меня все остальное. Оружка, броньки, все дела. А то, что можно каким-то чудом ядрить его, колотить, а раз бабахать, ну, вот, понятное дело, я собрал. Вот, вот. И вот это мы сейчас гринданем. А, если что, седло на магмозавра у меня есть, оно просто намного лучше. Поэтому что делаем? Гриндал. И типа смотри, сколько ресурсов. А что самое главное, вот это тоже дофига ресурсов. Мне это уже однозначно нравится. Так, находи-ка все сюда. Депозит. Так. Вот это вообще-то надо было обратно забрать. Сейчас, секунду. Вот, почему это сюда? Вот, смотри. Хоп! 50. Вот и посчитайте, сколько я здесь получу хитинчика, да? Много считать не хочу. Вот, поэтому просто запускаем вот эту вот адовую машину, пускай делает хитин. Собственно, вот столько хитин у меня оттуда и появилось. А, хотя ладно, пускай все перерабатывают, пофиг. Короче, погнали по миссиям. Пойдем сегодня на миссию. На какую? А, добрый вечер. А, на какую миссию пойдем? Ах ты ж, пердундель. Конечно же, в снежный биом, потому что хочу. И вот насыпь над материей. А, найдите несколько скрытых золотых самородков, а затем стащите их у жадных стражников. Интересная, интересная миссия. Вообще прям не знаю, что меня там ждет. Возможно, типа прийти в место, что-то где-то как-то. Наверное, не знаю. Ну, в общем, сейчас будем решать по мере поступления всего этого дела. Погнали. Да, опять это пихнулся не туда. Надо тпхаться на НЕ и опять туда же. О, боже мой. О, добрый вечер. Здесь ставил телепорт специально в зиме, чтобы, если что, забираться сюда и лететь в какую-нибудь из сторон. Ха, а тут, оказывается, миссия. Прикольно. В общем, миссию найти будет не так-то уж и тяжело. Добрый вечер! Отвратительные твари. Говорю, отвратительные твари. И вы тоже. Когда вы не притомленные. Блин, 45 левел. Было прикольно. Так, что тут у нас? А, насыпь над материей. Погнали. Я без понятия. Я без понятия. Что вообще делать? Иди нафиг! Иди отсюда, собака! Твою мать! Я тебе сейчас... голову вскрою! Ах, о, господи. Наш седло сбивает овца. Бесит они меня. Так. Я понял, понял, понял. Это как то, где я... ну, под водой я уже такой уже тусовался, вот. И на меня сейчас будут нападать всякие вот эти вот уроды, короче. Вот. Ну, ясно, ясно, ясно. Окей.
Окей. Вы что, серьезно, что ли? Посторонись. Разойдись. Вот давай-ка ты без этого. Вот тут, короче, ты вообще прям не в тему. Вот тут я смотрю, тут и без меня, короче, месиво какое-то было. Добрый вечер, я вам не мешаю? Надеюсь, не мешаю. Не, уйди. Господи, я чутка перекакался. Так резко вырулил. Не, нормас, мне тут носороги помогают. Вообще прям красавы. Красавы, но я лучше отойду. Пошел нафиг! Ах ты ж, ублюдок, мать твою за ногу, чтоб тебе икался. Да ты серьезно? Братан! Ну вы... Вот это сейчас серьезно, да? Такс. Какая это ваша цель? Отлично. А-а-а. Я же говорю, ненавижу этих мелких ублюдков. Ну, мы поняли, короче. Проблема здесь не в этих... не в ком-либо. Проблема вот в этих мелких козлах. Так, чувак, далеко не отбегай от меня. Я боюсь. Нет, конечно. Отлично. Что-то шапочка. Кстати, да, я прошел альфу, там выпала вот такая шапочка на прочность 1200. И вот такая шапочка на прочность 1300. Опять-таки же у гиганта Питека и того же Ферокса шапочка на прочность — это все-таки самый топовый вариант. Давай иди сюда, мелкий пиздюк. Так, ты пошел нафиг. Мочи! Куропатка! Чтоб тебя, собака, бесит, а не меня. Вот самое реально бесячее. Выбивает из седла, ты седла, и ты стоишь как этот, как тормоз. Кошмар. Так. А ведь только все начинается. Ужасно. Нет, не вижу их. О, Карнотавр? Серьезно? Ну, здорово. Вот это прям неждан. Так, миссия. Спасти барашку. Че, все что ли? Отсканировал что ли? Ну, погнали. А че там за месиво? Иди сюда. Опа. Добрый вечер. Отвалите, твари. Ну это козлы! Бляха-муха, чуть по своему гигантопитеку не попал. Там тоже, я думаю, ваншотнет. Все-таки по своим бить... извините, я по постройке ударил, она тоже урон нанесла по постройке. Значит, по своим тоже бабахнет. Да ты серьезно? А ты-то че? Ой, вообще, короче, нафиг вас. Уйди. А я не сканировал все это время. Просто так сейчас стоял. Ну, классно. Пошел раз, пошел два. Ты что, дурной? Птица, иди нафиг. Птица, не велится. Недоделанная кропатка. Миша, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Вон, я тебе покушать принес. Да ты серьезно? Ну на! Иди нафиг! Иди на! Так, с копьем надо быть покрепче, братан, беги за мной! Не, ну ты, конечно, это зря сделал. Тебе шапку сломали, а, козлы? Ну вот, собственно, сколько прочности за раз тратит. Да, ну, в общем, вы поняли. Все плохо. Все плохо. Все плохо, прям. Вот без седла это, конечно, очень крайне плохо. Да пошел ты, ну ебого, ну мать твою за ногу. Да чтоб тебя козел икалося. Мочи всех! Да пошли. Бляха-муха.
козлы. Ну, не, на лунную походку-то похоже вообще прям. Ладно, погнали. Ой, я тебе не завидую, короче. Ну ладно. Попробуем спасти рядового деда Куруса. Пошел нафиг. Мишаня! Деда Курус! Красава! Дефен! Ху! Одного, второго, третьего! Yeah! Погнали дальше. Так, врубаем дальний свет. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Ну, слушай, я здесь смотрю, этих-то больше, этих куропаток здесь нету. Кайф. Как говорится, дальше только легче. А, они отсюда тоже могут подняться. Но это не точно. Гамма это, конечно, весело. Чисто такое, прям на расслабончике. Хоп-хоп-хоп. Ну что, здорово, жирные! Хнати! Один, второй. Давай! Третий, четвертый, пятый. Пошли нафиг! Ну ты серьезно? Зря. Так, зря говорю. А ведь могу выжить. Карнатуша. Да сраны. Мать твою за ногу. Только сказал, что нету никого. А, вот он. Добрый вечер. Да ты серьезно задолбал? Хорош уже тут топтаться на месте. И так шумно. Пошел. Ну давай. Давай. Иди сюда. Пошел ты. Пошел ты! Пошел нафиг! Куропатку сбил, отлично. Не уходим с зоны сканирования. Я стучим обратно не вернулся. А, нет, не вернулся. Я бы заметку бы взял, если бы я бы там потусил. Да ты серьезно? Пошел вон! Куда? Ага. Так, идем под. Зря. Ютик, Ютик, пошел ты взад, взад пошел ты, Ютик. Текс. Посмотри на этот биом. Или на любой из них. Ты поймешь, почему симуляция Джекси является отличной испытательной площадкой для вас, выживших. Здесь чертовски сложно что-то построить. В зависимости от местности, вам приходится учитывать лавины, лаву, землетрясения или просто отсутствие твердой почвы под ногами. Все это невероятно усложняет постройку хоть какого-то дома. Готова поспорить, некоторые из глюков появились от того, что кто-то построил сооружение своей мечты в неправильном месте. И бабам! Кто-то вокруг него лопнуло, и домик разлетелся на части. Прикольные заметки. Да, вспомнил. Это я где убивал акул. Не, ну ты серьезно? Да пошел ты! Правильно, насри на него. На еще вот это паща. Мне что, их все нужно вскрыть? Интересно. Да пошел ты! Окей. А, мне надо просто два самородка найти.
бью на упреждение. О, все, нормас. Не-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 
What the fuck? Серьезно? А, точно, там же было, типа, эти крылья, о, клыки хапнул, короче, потом еще надо сдриснуть. Точно, офигеть. Прикольно, 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 голем, пошел взад. Разойдись, постранись. Да, но самое сложное, короче, будет все-таки сдриснуть. Големов-то сколько, ты серьезно? Не, ну слушай, ну здесь тяжелее уйти, нежели под водой. Под водой ты можешь их, в трех плоскостях обрулить. Здесь же ты не можешь в трех плоскостях обрулить. Пошел вон! Здесь тебе приходится... О, баран, сорян. Ты будешь жертвой. Хотя не факт, они наверняка на меня будут сагрены. Пошел ты! О, добрый вечер! Словил булыжник. Нафиг пошли! У-ху! Вот, так вот, в трех плоскостях свалить... Да ты серьезно, там сколько големов стоит, аж два. Пошел нафиг. Свалить легче. Здесь же тяжелее, ты здесь бежишь по одной плоскости, еще и эти козлы могут тебя выбить с седла. Ну, как бы вы поняли, да, что... Не все так легко. Не все так просто. Вот. Жоп себе пари. Мать вашу! Что за нафиг? Пошли вон! Вон, пошли! Ублюдок! Твою мать! Собака! Вот из-за этой ублюдочной твари я по своему этому гигантопитеку гасанул. Иди сюда, овца! Бляха-муха! Я просто по своему гигантопитеку гасанул просто из-за того, что я выбился с седла и так далее. Давай, да пошло все в жопу. Ну, игра, иди в жопу, ей-богу. Пошло в жопу. Ненавижу Генезис. Ненавижу Генезис. Буду, короче, пешком ходить. Чё мне надавали? Говна мне надавали. Естественно, ничего хорошего здесь дать не могут. Ой, ладно. Буду пешком реально бегать. Пошло все взад. Всё. Задницу это не буду ни на одном диносе больше кусоваться. Нафиг. Нафиг, ненавижу терять диносов. Ненавижу терять диносов. Могу хоть сотни раз это говорить. Так, что еще тут можно сажать? Ничего больше сажать нельзя. Отлично! Пошли вон все нафиг! Погнали на бетку! Как я это терпеть ненавижу. Сера диносов. Еще его так тупо сам же убил. Ах, мать вашу. Пошел ты. Все нафиг. Беды гигантопитек. Ну и бог. Вот этот братан, который спасал меня столько раз. Вот это вот просто так тупо. Ну. Чё поделаешь? Пошли нафиг. Он сражался как воин, и это факт. Нафиг всех вас. Да ты серьезно, да чё, толкивают так просто, как последние твари. Так, куда там идти? Куда-то туда же, да, идти? Да, вот. Пришел в нужное место. О, их там прям так много тут, я смотрю. О, не-не-не. Вот вы, куропатки, идите в задницу. Все? Лично. Так. Все взад. Все взад. Я прохожу миссию. Никакого оптимизма. С одной стороны, с другой стороны, насрать. Прорвемся. Да что ты не сканируешь? Да давай сканируй, сканируй. Да блин, да в смысле ты перестаешь сканировать?
всех нафиг валить. Отлично. У-ху! Ну, так, конечно, прикольно. Но есть шансы самому сдохнуть. Да бери ты копье, мать твою, ты серьезно? У меня копье не берет. Ну, выбираем тактику бегать не по кругу и пытаемся сосканировать все это говно. Это был какой-то ужасный звук. Сорян, народ, если вам ничего не видно, непонятно, мне так же. Это ты серьезно? Че за мелкая тварь? Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Все пошли нафиг! Бесите вы меня! Из-за вас просто погиб Ферокс, потом погиб еще Гигантопитек, Аргентавис погиб. Ну просто нафиг. Серьезно? Давай, 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 сканируй быстрее. А, все, огонь. Пошел ты. Ху-ху! И ты тоже пошел. Просто до кучи. Все пошли. Ё-моё, что ж у вас так много-то, а? Ну давай, 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 давай. Отлично. Зачем это по шмоткам? По шмоткам огонь. Заградительный огонь нафиг. О, не-не-не-не-не, вот ты-то точно иди взад. Вот почему ты это... Вот скажи мне, вот почему... Вот смотрите, видите, загорается кнопочка? Он не берет ее. О, отлично, красава, взял наконец-то. А вот я вот это, кстати, не понимаю. Я так, кстати, не раз себя убивал. То есть я нажимаю на кнопку, он пушку не берет, я стреляю в упор, короче, думаю, что он копье взял в руки. А нет, я в упор сам себя убиваю. Ну вот, так уже не раз было. Я поэтому научился, что да, надо сначала все-таки дождаться, пока он сменит оружие, а потом уже мочить. У-ху! Пошел ты! Все вон! Да, надо будет, наверное, все-таки на базу сгонять, починить все шмотки, потому что я уверен, на Альфа-Че меня прям будут шмотки мои разносить. На бетке-то разносят не кисло по броне. На Альфе там еще сильнее будет разносить, это понятное дело. Ну, вроде как полегче стало. А, он типа пока перегрев, я не могу его менять оружие. Я немножко начинаю понимать, как это работает. Блядки. Так. Бей по куче на упреждение, блин. Пошел ты! Куропатка, мать твою. Ты заранее пошел ты. А вот что-то сейчас... Что-то мне так не везет, как в прошлый раз. Такое ощущение, что я сейчас все кучи вскрою. А, не лагай. Спасибо. Ну, а в смысле? Я по твоей куче бил.
Блин, я же рядом с этими был. В первую очередь. Так, погоди. Надо вот это захавать. Да блин, ты серьезно? Ну а теперь погнали. Я специально захавал эту фигню, она типа должна меня по идее ускорять. По идее, но это не точно. Поэтому что? Правильно, просто бежим, не оглядываемся, нафиг все. И что самое главное, стараемся уклониться. Стараемся уклоняться по максимуму, потому что нас просто сейчас начнут стопать, а время не резиновое. Фу-ху-ху-ху-ху. Чисто. Фу-фу-фу-фу. Вот это вот. Ужасно. 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 Страшно. Уу. Не, конечно, да. Тут сейчас между камешков я маневрирую. Уу. Пошли в жопу. Я могу маневрировать. Слушай, а он меня посчитает, что я вот эту вот точку-то посетил? А может и не посчитает? Да пошел ты, ты серьезно? Лучше б я назад не смотрел, да пошло все. Слышь, ПВО система что ли? Вы видели, что там было сзади? Это было страшно. Это было чертовски страшно. Но мы справились, а это главное. Фу. Что нам дали? Нам дали еще немножко говнеца. Но, допустим, опять-таки же, вот эти ботинки я могу чинить, эти ботинки я не могу чинить. Как временные надеть могу, но это такое себе. Ну ты серьезно, да? Давай, привет. Спасибо. Что еще мне здесь надавали? Ну а так в целом-то ничего и серьезного. То есть если бы эти шмотки можно было бы разобрать, то да, я бы сказал, что это норм тема. Но эти шмотки разобрать нельзя, поэтому ну как бы автоматом иди нафиг. Да. Автоматом иди нафиг, как говорится. Да. Вот это вот... девиз этой миссии. Ну ладно, чё, погнали домой учиниться. Сейчас пока, кстати, идут до базы, я вам еще покажу, что все-таки альфа я получу. Пока иду до базы, вспомнил, что этот стейк же это он просто ночное видение включал, а вот тот красный тартар вроде бы что ли, а нет, боевой тартар это вот это. Силы лишь мою. А, ну да, скорость движения тартар тоже увеличивает. Вот, и вот это вот увеличивается. Острый ягодный настой. Вот он увеличивает скорость передвижения тоже. Ну, кстати, не знаю, складывается или нет, но факт фактом. Ну что, запускаем. Альфа. Ну и включись, пожалуй, когда уже буду подходить к финишу. Да, естественно, я не подчинился. Я скинул все, но я не подчинился. Ну, вы понимаете, насколько сейчас будет все жопа, и у меня все шмотки переломают. Ой, уже переломали. Ну, добрый вечер. Да, походу, я сейчас эту миссию солью. Да что-то как-то они быстро сломали мне ее. Слишком быстро. Вы что, косты обордили, что ли? Да уж. Жопа! Да, да иди ты нафиг, вот это точно иди нафиг, мелкий пиздюк. Кстати, если что, это копье с убер уроном, да, но вы помните. Да блин. Раздели козлы. Сейчас крыльев нету. Раздели козлы. То есть у меня из броньки только осталась шапка. Шапка, которую я с собой таскаю на тот случай, если там где-то нужно в воду погрузиться и так далее. Так, короче, был тупой поступок с моей стороны, что я не подчинился. Да, я знаю. Но что поделаешь, уже поздняк метаться. Самая основная проблема в альфе, они бегут со всех сторон, и ты такой, бляха-муха, а я стою не на точке сканирования. Вот у меня так примерно 3 точки было. То есть я просто стоял не на точке сканирования, я отбивался от всей нежити этой.
А я стоял, оказывается, не там, где нужно. Ну, то есть, как бы, вот, и пошел ты, короче. Вот примерно вот как-то так вот и живем. Просто было очень даже тупо. Ой-о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 й
дополнительный бег. И крыльев тоже у меня нету. Я не знаю, что делать. Хотя нет, я знаю, что надо делать. Я знаю, что надо делать. Так, у меня есть кожа. Мне нужно просто пока что встать на месте. Мне нужно встать на месте, чтобы эти козлы не пытались меня убить. Да пошел ты, нет, короче, я только больше времени потеряю. Ну пошел ты нафиг, короче. О, всего лишь нужно было от тебя отбежать, ну кайф. Да ты серьезно? Жопа полная? Но мы справимся. Че, первый раз что ли? Ой, да пошел. А, вот это я же перестрался. Он так мимо. Мимо проскакивает. Я такой. Уклонился. Да пошел ты взад! В смысле, мать вашу, какого фига? У меня до сих пор еще не выпало. Да ты серьезно что ли, а? Да в смысле, я только что пожрал, алло! Вот и даже попью еще. Ой, это барашек. Его не трогаем. Это свой. Свой, братан. Да ёб твою ж за ногу. Серьезно? Там чуть ли не в последнем это вылезет, да, у меня? Ой, не лагай, брат. Ну, пожалуйста. О, реально в последнем вылезет. Опача. Насадил. Опача. Давай. Ну, серьезно было в последнем. 2,5 минуты. Ну, погнали. Я не знаю, что из этого выйдет. Просто бежим на хилках. Короче, просто жрем поты. Бежим на хилках. Стараемся использовать ландшафт. Меня пока не бьют, но я уже хиляюсь. Я не знаю зачем. Лишним не будет. Додошка, я надеюсь, ты спасешь меня. Бежим. Вообще, я хотел сделать тканевую шмотку, типа кожаную шмотку. Ну, что-нибудь сделать и туда надеть уже этот, типа, крылья. Но я понял, что я только больше времени потрачу на всю вот эту вот фигню. И в итоге ничего не сделаю. Опачи, минус ноги. Добрый вечер. А сейчас-то меньше народу за мной бежит. Сказал я и врезался в стаю говна. Пошли вон все нафиг идите. Добрый вечер. Самое главное прорваться. Ну здорово. Альфа-миссия. Ой, и что мне дали? О, еще круче седло на магмозавра. Кайф. Шмоточки, это всегда хорошо. Шмоточки, это прям очень всегда хорошо. Но не такое уж все и хорошее. Но опять-таки же, да, вот, допустим, ботинки, они хорошие, но их починить я-то точно не смогу. Эх, амаха, почти шлем сломали, вот ж уроды. Ну что, погнали до дома. Вот нам, седло магмозавра было, и седло магмозавра я получил. Ну и, соответственно, раз я это могу седло разобрать, и оно хуже, ну, логичный исход. Очень даже логичный исход. Хлобысь и... 10 тысяч. 10 тысяч. Это просто супер. Собираемся ресурсы. Вот это, кстати, хитин, который я получил с перемолки. Еще создаем. И вот сколько хитина, вот сколько металла, ну, в общем, все
Просто супер. Ну и еще у меня вот здесь металл находится. Металл и хитин. Для чего? Чтоб я мог вот так сделать. И это нужно было делать перед миссией. Блин. Вот такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот такая миссия получилась. В целом, прикольно, но... Вы сами видели, в чем сложность. Гамму пройти, да, изи-бризи. Бетку уже будет тяжело. То есть, на бетке уже нужно прям подготавливаться. Даже на... будучи на дилах, нужно уже подготавливаться, ну, куда посерьезнее. Ну все, на этом уже точно все. Говорит, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.